Термальные источники – это великий дар природы, который люди используют многие тысячелетия. Вот из-за этой минеральной воды я переехала жить в Варну. И в этот маленький, малоблагоустроенный бассейн с минеральной водой на берегу моря я хожу уже более 8 лет. И уверена, что если бы не эта волшебная водичка, я вряд ли уже могла бы передвигаться самостоятельно. Свои первые впечатления от воздействия варнинской целебной минеральной воды я уже основательно подзабыла. А Лену я встретила в бассейне, когда она пришла сюда только во второй раз. Я вчера первый раз была в этом источнике. Было такое классное ощущение в теле после этого. Я поняла, что эта вода наркотик. Ну и как? Бодрящий. Я вчера первый раз была в этом источнике. Я просто обалдела. Было такое классное ощущение в теле после этого. Какая-то невесомость в теле. Вот абсолютно тело не ощущается вообще. Вот оно как будто бы в вакууме находится. Вот такое оно наслаждается. Да. Абсолютно нет никакой разницы, кто там рядом со мной, кто там до этого был. Видишь, какие тут красоты мы наблюдаем. Это дополнительный бонус. Я поняла, я сюда буду приходить и медитировать. Так я здесь этим и занимаюсь. Дома душ принимала, Лен? Правильно, вот после этого нельзя... Во время приема минеральных ванн на поверхности нашей кожи образуется тонкая пленка из микроэлементов. И они продолжают воздействовать на наш организм даже по прошествии некоторого времени. Вот эти мышцы, да, дельтовидные, намного стало комфортнее голове, то, что она будет, все. Сон был намного глубже, и я, то есть, выспалась очень хорошо. Здесь еще очень важно регулировать свой организм, да, то есть за собой внимательно наблюдать. Потому что вода, она действительно очень сильно оказывает воздействие. И поскольку здесь она в своей естественной концентрации, да, и вот поэтому ты должна за собой следить. То есть чуть ты почувствуешь что-то не то, значит, надо выйти, ну, там, я не знаю, прогуляться, да, постоять на воздухе, в море окунуться. Вот это вообще супер просто. Ну, это вот такая тренировка сосудов. Да. Еще очень интересный момент. Вот там вот есть, можем пойти, я тебе прям покажу. Там уже выложены над источником одни, вот где водичку наливают, медицинские исследования Варнинского этого медицинского института. И для питья, и для больного лечения, и буквально на все заболевания. Аммоняк, аммоний. Стомашно-чревные, желудочно-кишечные. И с холециститы, и то есть все здесь буквально, да. Вот это вот, бубрично-урологичное. Железо, железо общее, хром, шестивалентный, хлориды, селен, натрий, калий, селен даже. Да, и для женского, и для мужского. 2 января, вот такая водичка. Третий день марафона водного. Сегодня пасмурно и ветер очень сильный. Такая погода, она просто о том, что нужно приспособиться, да? Я поняла, что эта вода наркотик. Да? Да. Я уже сегодня с утра проснулась, у меня даже мысли не было, что я сюда не пойду. То есть мой организм уже прямо требует вот этого согревания. Зима же, холодно. И вот это ощущение кайфа, что тебя греет изнутри. Непонятная сила, энергия, наверное, да? Я сегодня очень проснулась. То есть даже через несколько часов сохраняется вот это ощущение? Часов 6, наверное. У меня проблема в последнее время была очень сильное напряжение в шее. Вот как я не массировала, какие упражнения не делала, вот не проходит. А вот прогревание водой, неожиданно потрясающий эффект. То есть голова теперь крутится во все стороны, хотя только после третьего раза, да. И ясность в голове, то есть кровоток в голове улучшился, это 100%. Сон стал лучше, естественно, самочувствие улучшилось. Ну, естественно, качество жизни. Поэтому хочу, еще хочу, несмотря на сегодняшний холодный ветер.
хочу. А знаешь, здесь был один раз вообще потрясающий эпизод. Пришел скрипач уличный и играл здесь классику. Тут ты можешь представить? Зима, солнце, море, сиди, лежишь, вернее, в федеральной воде, а там на улице стоит человек, играет на скрипке. Для нас. Ну сегодня погода вообще просто класс, да? Супер. Радует. Я смотрела 10, но чувствуется, наверное, как все 20, правда? Да. И тут уже пошли болталочки и общалочки. Вот, Лен, хочу спросить, как медик. Значит, я за собой всегда замечаю, что в этом бассейне, вот приходишь, даже если ты такой взбудораженный, да, там что-то, вот, какие-то эмоции, какие-то у тебя переживания, здесь посидишь, ну, понятно, успокаиваешься, а потом такая зевота нападает. Вот интересно, это почему? Есть такая версия, что когда человек зевает, регулируется давление. Такой защитный способ, да. Ну, мы с тобой уже говорили. Расслабляешься так, что я, например, вчера пришла и настолько расслабилась, что было желание только под пледик и сидеть и читать. Мне приятно. Именем. Искать подарок. Да. Не. Искать Лена, чтобы идти до бассейна. Наску каждый год отмечает день рождения в бассейне. Угощает друзей. Вот. Наташ, побалмусь уже. Заметила. Как бы замедляется ход, да. Течение мысли, да. Время ты по-другому воспринимаешь, да, вот да. После этого. День кажется длиннее, вот прям да, как-то, да. Вроде делаешь мысли меньше, так да. Текут спокойно, то есть вот мы уже привыкли, что все так вот крутится, вертится быстро, а тут, наверное, получается естественно, как должно быть. Да, во-первых, расслабляются мышцы и успокаивается нервная система, отсюда ты более конструктивен. Ты не суетишься и успеваешь намного больше. И мир радостнее воспринимаешь, да? Безусловно. Ну и как? А? Бодрящий. На первый раз достаточно. Минеральная вода работает. И ощущение легкости в теле и окрыленности в душе присутствует.